Скажи, что на вас я еще полусвалю. Или пиво, я не знаю. Что. Вот зажигательные патроны. Готовы зелиться? Ты съебал. Блять. Куда вы ушли все? Куда вы все ушли, ребята? Так не играю, я так с вами не буду играть, это не интересно. Ты затупил, блять, надо посмотреть, куда это все. Я не знаю, я дверь открыл, я же дверь открыл. Нет, я открыл. Блять, я же рядом с дверью стоял. Ну ты стоял уже там. Я ебу, что вот там, да. Я особенный. Да прикинь, сюрприз, просто повышение скилла, теперь ты можешь открывать с Васей двери, потому что Вася умеет читать. Да не, здесь какой-то умный дайдер. Мы одного убили. Не, я вам говорю, чего вы одного-то выбрали. Они все на меня накинулись просто. Я вообще молчу. Сзади тебя, сзади себя. Ладно, не похуй. Этот, слышишь, спидер входит. Прикладно всех забиваю просто. Около входа, а спидер наверху, наверху, прям на этом. Да пофигу, надо тебя ошибить. Да на самолете. Привет, на пиво нет. Кстати, всегда можно у бабок спрашивать, конечно, знакомиться. Привет, набива нет? Это же охуенно. Перезаряжаю. Да, Мария. Я ничего не вижу. Ты взял мою аптечку? Я взял. Это вместо доброго утра, короче. А, два. Перезаряжаю! Я такой захожу, думаю, Вася и Роман походу совсем хуёво стало лалай, блин. Перезаряжаю! Рома звал какой-то этот, либо Кингс, либо еще что-то, не помню. Чем это Руси? Чем это Руси? Как со мной играть? Не надо. Что я лег спать? Давай. Нахуй лег? Да, вообще пиздец. А, ну это серьезное дело, тогда извини. Ничего страшного. Так, Рома, что там про игру ты говорил? Ты куда-то звал, Рома? Spirit Night, по-моему, или что типа того. Как
Иди домой. Перезаряжаю! Перезаряжаю! Не устроить пожар! Выходим уже отсюда, блять. Ну, зайду. Скоро. Взять. Взять. Он горит. Не, он ВКонтакте пишет. Хохлушка. Ну да, типа ты же можешь рисовать, комиксы там, а я вообще сейчас не стоит гандиться, словно. Ну, да, да, да. Вот это, я помню. Это самое? Да, да. Понимаешь, есть такой парадокс. Если я звоню, что-нибудь рассказываю, есть смешно. У нас нет на это времени, вставай. Да? Ага. Парадокс. Да, и мне уже, походу, она посела на эту тему. Курящих взять. Курящих взять. Я такой, типа, ушел, а она мне такая пишет, типа, ты же мог бы, типа, свои там рисунки, я говорю. Не, ну это охуенно, правда, я с этого начинал. То есть, ну, спасибо. Да не, я тебя. Да, я понимаю. Ну, я здесь. Да, и просто когда вы мне говорите, если с кем поболтать, я говорю, похожу, нет, не с кем. Блять, если бы она, наверное, жила в Москве, не было бы разговора. Там осторожненько где-то был. Где? Так-то она нормальная, в принципе, адекватная вполне. О. Аман. Вставай, сейчас же! Сзади, Хантер, Хантер сзади. Я не смог защитить ее. Я же Киви убивал. Кто-нибудь собирается мне помочь? Баран, помоги. Я сам не справлюсь, помогите! Тренер! Пока же Киви убивал, блять, сука. Ладно, похуй. В трусах у пацана. Чаще пизда. Все чаще пизда. В усах пацана? Окей. Да, в усах пацана. 20... В усах пацана. Убийцы боссов. 22 босса слил, слышишь? 22 босса слил, я ебал. Правильно, пизда же, она усатая. Все чаще пизда. В усах у пацана. Пизда. Между усов пацана. Чаще пизда. Вася, слышь, она льстит тебе. Я знаю все ее потаенные желания. Давай, Вася, действуй. Скажи, малыш, когда ты танцуешь? И как там? Когда ты так танцуешь, малыш? Ты меня мало. Я тут в ВК познакомился с одной какой-то, блядь, там анимешницей, которая из России Пошли. Сериалы смотрит, блядь, и шлет. Помнишь, я тебе прислал. Ну, я тебя прислал охотить на персонатор, да? А есть типа анимешная какая-то игра, там Гром сзади. Там мне вместо мужика. Будет вот тёлка. На неё тоже мужики нападают, они отбивают ружье и насилуют её где-то минуту, ну, полминуты где-то. И если вся жизнь не кончается, просто картинка, как её там пущие члены ебут в рот. Ну это, да, это же, блядь, оригинальная же игра, где бегает. Да, а там взяли, переделали. Ну, бабушка бегает. Да-да-да, Ultra Test Hunter, это порноигра считается. Я даже текст... Там баба там? Да-да, я ссылочку кидал и видео кидал, по-моему. Правда, в моей версии там именно анимешная картинка такая нарисована, хуёвая. Там ебать. Да. Ну, прикольно, прикольно, когда там охотник идёт. Ооо! Знаешь, что такое? Это, кстати, понятно. Скончаем, да. Конечно, как. Thank you.
Малыш, когда ты танцуешь? Один выстрел там может по два, по три чувака сносить. И там нет, типа, один выстрел строган. Ты меня волнуешь. Кто там поет? Осторожно! Снова стреляешь в меня. Я не понял, про что там. Ну, ты какого-то чувака добавил, я помню там. А, Гошек, да, тот, которых ты конфигнул. Да, да, да. Араб, который. Перезаряжаю. Угу. С Израиля. Ну, понятно. Юрий. Он хотел пообщаться с батьками. О, блядь. Ну серьезно. Это надо ему 68к с вопросом еврейства в Израиле идти. По вопросу присоединения особенно. Я люблю тебя до слез. Здесь бомбы. Каждый раз, как в первый раз. Да, да. Каждый раз пердак и в нос. Каждый раз. Хантер сзади. Хантер сзади. Каждый раз какой-то пидора. Танк впереди. Я оказался в тот момент, когда он еще зомби не заражен. Но они только начинают по канализациям лазить, и я такой быстрее оттуда убегаю. Хорошо, я потом пашу сделаю по городу, откуда ссыпался. Город только начали там военное окружить, а я уже успел оттуда по всем газам дать. Блондинка ебаная. Марина, Марина. Я знал, что ты меня облизать всего хочешь. Народ меня Маринка с ног до головы облизала просто. Народ видел. Народ весь видел, да.